нужна, типа, с Ульдуара 25, который с блоком. Я шею фармлю с этого, как его, есть с РБК, блин, с блоком тоже шею. Ну, с Ульдуара 25-ки пиздать, да. А с какого босс? С РБК? Сейчас, блядь, поставьте что-то гибанг, типа, а я же не смогу, да, посмотреть с гибанг. Бьёрн, с РБК с какого босса? С Айкидонские. Айкидонские. Сейчас гляну. Смотрю, Ульдуара скажу тебе. Бьёрн, загляни в личку, посмотри. Скинул. Ну я вижу, 5500, как он нахуй нарбал, блядь, 5500, мне интересно. О, 74 рейтинг, да. Плюс у тебя руки у тебя идут нецетовские, с Ульдуара тоже 25. О, теплая кожа. У меня тоже и рукавицы стоят с блоком и с блокированием, все как надо. Рукавицы. Там у меня больше блокирования, кстати. Так, ладно, тогда кольцо сейчас попробую еще раз. Ну просто совсем разные цифры, 5700, ну или хотя бы 5000 и 3000, это на 2000 разница. Поэтому вот эти 3000, 3000 по тебе пробивали мобы. Они, скорость у них огромная, атаки. Их 8 еще. Никита, сделаешь мне с показателем сейчас, да? Я сейчас куплю камеру. Вот смотри, вот это вот шея, вот смотри, вот сейчас. Есть какая-то там ульде с показателем. С трэша, что ли? Нет, нет, с Калгарана вот такая вот шейка, вот такая вот шейка. Ну да. Тут и рейтинг немножко, и показатель 84. Ну показатель 84, это считай один камень. Да. Да, да, да. Так, и что-то еще про руки. А, вот и вот такие вот руки тебе нужны смотреть. И вот такие вот руки. Ну, тоже, если, допустим, авойденса хватает, если берешь скары, этот, перчатки. Скары, да, скары профитнее. Профитнее будет, потому что это показатель один камень 90, а это там 270 нахуй показателей ебанешь. Вот тебе и показатель 5000. Согласен, но либо вот такую вот тогда шейку брать, можно вот такую взять шейку, типа, сейчас. Надо смотреть с дырками. Сумунча. Вот такую, типа, с ключом, но, блядь, мне кажется, она, типа, хуёвее будет. Вот это получше будет, мне кажется, из-за дырки. Ну ты считай сам, дырка это 90, блядь. А на той, которую ты линканул с льды, 80 показателя, блядь. А вообще управление щитом, понимаешь? Да похуй. Учитывая то, что он вар. А войденс в него собран. Вся проблема в показателе в красных камнях. Сумните, ребят. Плюс еще око дракона там, ебать, там сколько там? 193 камня, блядь. Ну я сейчас набрал 3, сейчас 2 камня мне будет. Один камень, то есть 3 тысячи будет у меня. Так, Никитос, ты где? Там получается что? Юва, кузня обязательно вот для вот этой. Короче, на следующем РТ у меня кузня есть, Юва есть. Я сейчас на следующем РТ уже подготовлюсь более нормально. Это надо Т4 убирать, одевать Т9 типа. А именно по этой тактике надо бить, чтобы всех мобов убирать. Понимаешь, я сейчас потрещу еще раз, если хуёво будет, мы сейчас просто обычной тактикой будем. Будем шаклить и контролить. Двоих мы ползовать детей, ты их шотать просто. Огромный интерес. К сожалению, я тебе не могу передать. В смысле? Он не передает. Он говорит, что у меня подозрительная запись. А что ты не подтвердил? Ну, я и подтвердил, а она не подтвердилась. Не, Дрич, ты когда подтверждаешь в кабинете, тебе на имейл приходит почту. Я посмотрел, но почти ничего не пришло. Спами смотрел? Спами досмотрел. Хорошо, если эту башку поменяю, я... Вот Т9, башка и штаны, это обязало. О, это да. Там показатели дохуища просто. Смотри, 270. 9 штаны, по-моему, подожди. О, да, в спаме есть. Дрич, я же сразу сказал, спаму посмотри. Вон, я линканул в арабске. Не особо важно. Да, типа, я и говорю, то, что два куска Т9 нужно по-любому. В башке, типа, в Т4 больше показателя бугерлами. А, я потом пересекичусь потом. А штаны, да, штаны, типа, нужны по-любому. Штаны нужны Т9. В башке меньше на единицу, блядь.
Но там больше типа выносливости. Все, давайте, короче, арчинопул. Все, фласки закончились. Перепивайте.